Прости, амиго, тебе со мной нельзя. De esa boca quiero robarte y llevarte a la luna. Клара, я отправляюсь в Валье-де-Оро. Отлично. Осталось найти Максимас Матансас. И как ты о них узнала? Мы с Талией возглавляли первые протесты против Кастильо, а Пауло собирал диссидентов. Но после беспорядков в Эсперансе мы не общались. Помню те беспорядки. Куча народа пострадала. Вот и порт. Похоже, тут лет 100 никого не было. Эй! Максимас Матансас! Талия! Форт не так уж и заброшен. Может, оставили записку? Сквоттер. Похоже, оказался не в том месте, не в то время. Они указывали путь другим. Клара, Максимас Матансас и правда были в форте. Здесь явно стреляли, и повсюду горы мусора. Узнаю их. Выяснишь, куда они ушли? Си, отследить их несложно. В этом-то и проблема. Рапидо, Дани. Viva Libertad. No tenemos tiempo.
Они пытались использовать это? Идиоты. Esperando instrucciones. Cambio fuera. Mierda. Help me. Estoy tan contento que me encontraste. No hay problema. Это с нами. Чудесно. Я знаю эту песню. Кохонос. Их нашли раньше меня. Бинго. Надеюсь, я не слишком поздно. Вижу офицера. Лара, я нашел Максимас Матансас, но солдаты Кастильо меня обошли. И, похоже, решили порезвиться, прежде чем звать подкрепление. Делай, что должно, Дани. Любой ценой. Здесь надо аккуратно. Осторожно, принцесса! Сорвешь голос, не сможешь петь! Ah!
Похоже, на этом все. Да. Уже иду. Не развяжешь или как, караха? Инга! Ты, наверное, Талия. Ходу! Какого? Слушай, можно я его возьму? Нет? Да? Эй, чел! Ты спас Максимус Матансас! Самую балдежную группу в Яре! Я сам собирался этим заняться, но никак не мог перестать рыдать. Уйди с дороги. Я бичо, слышь? Я мексиканец! Вытащи меня отсюда! Я знаю, ты слышишь. А ты будешь хорошо себя вести? Mi amor? Не бью тебя! О, а я думала, ты хочешь спрятаться, как цикло. А ты хочешь сдохнуть, не увидев Штаты? О, ты крутой! Паоло! Как самый настоящий мужик спрятал свою подружку в вонючем болоте! Вот же пута! Конья! Это лишь прелюдия. Ну все, все. Вы слышали о Либертад? Клара Гарсия хочет... Мы были Либертад еще до Либертад. Кто, думаешь, привел Клару на первый митинг, вытащив ее из сраной библиотеки? Мне плевать. Клара знает, нудные речи не убедят яранцев вступить в Либертад. Ей нужен голос. Не парься, Талия гонит, прям как ты. Добро пожаловать в лагерь, Максимас! Животные! Эй, народ! Сальдадос больше нет! Все, выходите! Рада, что ты здесь. Американское оружие?
Либертад пригодится. Куда? Надо глянуть. В первом ряду. Удачное оказалось место. Пока начался задание. Хуан, есть сведения о партии американского оружия. Интересует? Интересует. Дани, да я сейчас кончу прямо в этой церкви. Позвони, когда найдешь его. Фу, ладно, звякну. Давка, огонь! Клара, хорошие новости. Максимус Матансас целые, и у них неплохой лагерь. Плохие новости в том, что им насрать на Либертад. Потерпи, Дани. Они через многое прошли. Нам не победить Кастилью без голоса Талии и выдержки Паоло. Тебе лишь нужно им немного помочь. Ладно, Клара. Для начала осмотрюсь в их лагере. Гляну, что тут интересного. Суэрте, Дани. Привет. Привет. Надеюсь, ты умеешь.